Привет, девочки. Смотрим тему «Мужчина на пороге» на карте Ленорман. Для вас актуально в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть», какого суженого приготовила вам судьба. Какой мужчина у вас на пороге? Кстати, это может быть трансформация вашего теперешнего мужчины. Расклад актуален для всех абсолютно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Кто у вас на пороге? Его характеристики карты сами выпрыгивают. У меня зеленая книга, чтобы просмотреть более глубоко. Книга открывает секреты его. Зеленая книга – это символ Венеры, мудрость Венеры. Скоро, очень скоро, карта коса. Очень скоро мужчина на пороге, девочки. Мужчина из казенного дома, то есть солидный, кто работает. Солидный, кто имеет хорошую работу. Карта дерева. Вы знаете, он чем-то на вас будет похож по карте дерева. Вообще хочу сказать, что это правильно, когда мужчина на вас похож. Мужчина любит, когда женщина деятельная, немножко похожа на мужчину. Кстати, они любят. Они не любят таких женщин ниди. Знаете, ниди по-английски приводится, вот которая женщина явно хочет для себя сильное плечо. Это, кстати, очень часто мужчины к таким женщинам не очень хорошо относятся. Они любят серьезных, спокойных таких женщин, которые как бы с прохладкой к ним относятся, немножко так с пофигизмом. Именно здесь такой мужчина выходит у вас на пороге, которому понравится ваша самостоятельность. Ну, так карты говорят в этом раскладе. Ему понравится ваша самостоятельность. И в то же время женственность, высокая очень женственность ваша. Вы красавица, кстати. Он просто как увидит вас, сразу очень полюбит, потому что влюбленность, букет – это влюбленность. Ну, а дерево – это на вас немножко похожий мужчина. Вы любите быть самостоятельной, принимать решения самостоятельной. Но мужчина нужен для кайфа нам, женщинам. Вообще-то, вы знаете, я теперь слышала, социологи говорят, что в наше время даже самостоятельным женщинам нужно иметь мужское плечо просто для, что ли, для вот такой поддержки внутренней. Потому что архетипичная женщина, она всегда же за мужчиной была, да? Так что мужчина просто для страховки. А на самом деле мы, женщины, все можем сами. Мужчина ключевой, у которого есть знания. Он умеет нужные двери открыть. Вот такой, знаете, хитрый. Он умеет выходить из любого положения. Умеет любую дверь открыть ему нужную. Конечно, очень самостоятельный человек. С большим потенциалом зарабатывать очень много. Умеющий говорить красиво. Вот вы его узнаете. Он новый. У многих будет новый мужчина. Вы его узнаете, потому что он очень красиво умеет разговаривать. Да? Мило, ласково. Очень деликатный, такой культурный в обращении. Да? Не грубый, это точно. Какой мужчина на пороге? Вообще два мужчины у вас будет на пороге. Карта развилка. Извините, девочки, у нас здесь ремонтируют дорогу. Я думала, они закончили. Но они, у них так юнион, они обычно заканчивают 4. Ну вот еще один друг. Хотела сделать раскладик на улице, чтобы красивый свет был. И они, конечно, мне помешали. Вот что делать? Буду продолжать, может, они сейчас закончат. Да, извините, пожалуйста, за звук, девочки. Хорошо? Два мужчины, два новых мужчины, может быть. Интересно. Интересненько. Ну, что ты будешь делать с ними, а? Надоедливые соседи называются. Знаете как? Иногда мне хочется жить вдалеке от людей. Но иногда я люблю, когда люди рядом. Ну, для того, чтобы с вами общаться, конечно, лучше тишина. Девочки, мужчина скоро появится. Это часы, дополнительная карта в этой колоде. И вы его найдете буквально вот в обществе, это значит где-то, где вы живете. Либо же это тоже интернет, но среди друзей, знакомых, какие-то фотки будете вместе лайкать, и вдруг проявится, что ему нравится именно ваш типаж. Да-да, вот смотрите, в лабиринте людей, это даже вот соцсети, где лабиринт людей, очень много есть людей. И он там проявится, он объявится. Интересно, да? Смотрите. Карта тучи говорит, что ему сейчас грустно, он одинок, он очень хочет вас найти, и он долго искал ваш типаж, потому что вот мужчины часто ищут таких, как их мама, да?
Это правда. И вот типаж его мамы – это вы. Когда вы встретите, кстати, его маму, вы будете удивлены. Она где-то на вас очень даже похожа будет. Девочки, вот на книге скажите, нравится ли вам. Но мне кажется, что на книге каналы связи с картами еще круче. Это карта мосты. Он мосты будет наводить, он сам вас ищет. И он ищет для серьезных отношений. Вот он ищет, этот мужчина, вас для серьезных, только для серьезных отношений он ищет себе. Правильно, молодец. Вообще мужчина должен только для серьезных отношений. Это достойно, да? Посмотрите, вот это серьезное отношение, якорь, и это серьезное отношение. Он ищет вас для серьезных отношений только. Это тоже дополнительная карта колодец. Он такой глубокий, думающий, умный человек. Ну вот, как они мешают. Извините, девочки. Я уже как-то и прекратить нельзя, потому что я высшие силы попросила мне расклад показать. Вообще, предсказатель, конечно, он дает свою энергию в обмен на информацию. Это очень серьезно. Раз начала расклад, надо продолжать, хоть и звуки, конечно, ужасные. Тем не менее, смотрите. Стабильный. Стабильный очень мужчина. Очень стабильный. И он... Смотрите, мосты будет наводить, и глубокий, умеющий чувствовать. Хорошая работа. Сказал, сделал. Не обманщик, не ловелас, не манипулятор. Очень приличный человек. Берет ответственность за свои поступки, за свои слова. Очень хороший человек. Как выходит, да, хорошо? Как выходит, хорошо. Мужчина для серьезных отношений. Сейчас жребий судьбы. Эта карта, она равнозначна колесу фортуны. Мужчина для серьезных отношений. Колесо фортуны. А лиса – это ловкость, находчивость. Он ловкий. Может, он спортом занимается. Тело такое подтянутое, да? Животика нет. Подтянутое тело. Занимается спортом. Может, молчун быть. Или у него есть какая-то глубокая внутренняя рана, девочки, по карте гроб. Глубокая внутренняя рана, да. Что-то такое есть, да? Надежные, гора надежная, но тоже гора может говорить, что у него какие-то были преграды в жизни, препятствия. Он прошел трудную дорогу. Перед тем, как вас найти, он прошел очень трудную дорогу. Да, он трудную дорогу прошел. Человек очень классный. Давайте еще спросим его, еще характеристики будем вытягивать, да? Смотрите, солнце успешный в карьере, успешный в делах, успешный, очень умный, начитанный и с мужским потенциалом. Вы поняли, на что я намекаю, но я так не буду говорить вам. Ну, загадками. Когда сексуально, нужно загадками, тогда это все интереснее. Каждый додумывает свою фантазию, это очень, очень правильно все, да? То есть очень умный, грамотный и успешный. Вот он привлекает удачу в свою жизнь. А птицы говорят, что он умеет общаться. Но я уже говорила, что умеет общаться. А с кем он общается? С вами. Вот с кем он общается. С вами. Это вы. Это ваше фото. Это сигнификатор госпожи, которая смотрит. Да? Это голографический двойник ваш. Это всегда у меня заказы, как на... Ну, как будто вы пришли ко мне, да, всегда. Потому что это голографический ваш двойник, и вы при Луне встретитесь, у вас будет общение романтическое, сексуальное, скорее всего, и вы ему очень понравитесь сразу, и он вам понравится, девочки. А сейчас советы, пару карт советов вам возьмем, девочки. Вот он и вышел, такой страстный, да? Какой вам совет? А ну-ка, касательно его, ну 100% встретите. Здесь вообще вопросов быть не может никаких. Вы 100%, может, двоих, ну правильно, у нас же развилка была. У нас же была развилка. Два кандидата будут. Но я бы сказала, что вот тот, который помоложе, кандидат, да, он, скорее всего, на короткое хочет время встречаться с женщиной, да, так, но он еще не созрел для серьезных отношений. Будет два кандидата, один помоложе, который не созрел для серьезных отношений, и один постарше. Постарше может быть немного только, но который четко ищет себе жену, вот этот. У вас будет два кандидата в мужья, я так рада.
И это тоже может быть так, что кто-то из ваших мужчин, у вас сейчас два мужчины, один из них просто несерьезный, а другой очень вас любит. И это может быть тоже, что ваш мужчина, который проходит трансформацию, любовь такая вот горячая к вам у него, очень сильная. Классный расклад такой, девочки. Дайте мне знать. Это вообще экспресс-расклад. Мне девочки пишут разные. Некоторые пишут, не любим экспресс. Только приготовимся, как сразу раскладики заканчиваются. Но можно, девочки, тогда посмотреть. У меня на канале есть и по 30 минут, и по часу. Разные-разные раскладики, девочки. Посмотрите на канале, у меня все для вас, стараюсь. Люблю вас очень, обожаю вас. Вы моя любимая семья. Будем видеться? Пока-пока, девочки.